Всем привет, дорогие друзья, с вами Лайков, и добро пожаловать на начало прохождения замечательной игры Graveyard Keeper Breaking Dead. Будем играть мы за смотрителя кладбища, ну и все, наверное, я больше про нее ничего не знаю. Вчера она просто в Steam появилась со скидкой, я такой думал, ну давайте я приобрету, куплю и будем играть и смотреть, что за игрушка. Версия вот такая, 1.301 она получается каждый раз. Меняется, наверное, что-то. Так, новая игра, видите, еще не начинал даже играть. Давайте вместе с вами начнем. Graveyard Keeper. Это был обычный день. Наш герой спешил домой, где его ждала... Что-то там ждала, не успел прочитать. Ведь даже в каждой суете можно... Подождите-ка, я не успеваю прочитать. Особенно если знаешь, что тебя ждут дома. О, господи, его что, сбила машина? Что случилось? Где все? Успокойся, просто это новая страница твоей жизни. Впереди тебя ждет абсолютная новая глава. Но мне надо домой. Можно я пойду домой? Путь домой всегда существует. Посмотри, твой новый дом – кладбище. Что это значит? Я умер? Это значит, что ты теперь хранитель кладбища. Тай-та-та-та-ра-тай-та-та-ра-та-та-тай. Но мне нужно вернуться домой, к любимой. Тебе нужно быть хорошим хранителем кладбища. Тебе следует откопать Гэри. Он поможет Гэри или Гарри? Да, Гэри освоится тут. Кого? Странный сой. Сон. Или мне... Или это вообще не сон. Хорошо, попробую найти этого Гэри. Так. Как у нас передвижение? А, все, все. На W. Уютный домик. Так, выйти-ка. Клуб какие-то. Так, а мышкой нельзя управлять? Мышкой нельзя управлять. Так. Ты кто такой? Так, F нажмите. А, надо удерживать, я понял. Святое бухлишко. Да я же череп. Ты есть Гэри? Ха, ты с чего это взял? Человек красным глазом сказал мне откопать Гэри. А, красный глаз, помню. Раздели меня алкоголь, я ведь действительно Гэри, как ты меня нашел? Мужчина сказал мне, что ты ответишь на все мои вопросы. А, да, мужик сказал, ясно, только скажи для начала, кто ты такой и что это за место. Сплю или в отключке, этого не может быть. И на самом деле... ты новый хранитель кладбища? Еще... Так, что еще я помню, надо поднапрячься. О, я помню этот звук. Ну-ка, пошли сюда, посмотрим. Сюр, какой-то бессмысленный бред. Я точно помню, этот колокольчик осел. Чё, только будь осторожна, этот осел какой-то неправильный, опасный тип. Чё, какой осел? What the fuck? Это же осел из Шрека. Поговорить со сном? Что? Ну ладно. Доставка! Свежий труп из города! Ничего себе, говорящий осел! А? Ты понимаешь меня? Давай поговорить. Ты кто? Я пролетарий. Эта тележка не моя. Я вынужден работать на капиталистическую свинью, которая ей владеет. А получаю за это всего лишь 5 морковок в день. Вся эта ситуация жутко унизительна. Ты же понимаешь, о чем я говорю, товарищ? Какой товарищ? Табоский волк тебе, товарищ. А главное, этот гад притворяется, что не понимает, что я говорю. Эх, мне нужно возвращаться в город, избавиться от этого трупа, я привезу тебе еще. Какие странные места. Он труп выкидал и уехал. Ну чего, уставился? Давай, хватай труп, пока он еще свеженький. Зачем? Думаю, тебе надо отнести его в морг. Правда, я не помню зачем. Но я уверен, это будет весело. Может быть, даже прибыльно. Боже, меня сейчас тошнит. Хватит ныть. Так, обучение большого предмета. Обучение большие предметы. Используйте Е для того, чтобы поднять и выбросить большой предмет. А, ну, это логично.
Ой, что я... А, на правую кнопку мыши, кстати, можно вот. Так, открывать дверь. О, тоже на правую кнопку мыши. В рот мне ноги. Отличное место. Почти как дома. Давай клади его тело на стол для аутопиксии. Что такое аутопиксии? Так, что дальше? А, срежь немного мяса с тела. Начни с того, что посочнее. Не за что? Это неправильно. Эх, да, неправильно. Прости, извини. Как же я не мог не подумать? Может, потому что я говорящий череп? Контуженный на всю голову. А, так сказать, полностью контуженный. Зато, наверное, правильно, что ты понимаешь и имеешь дело, где ты находишься. То, что ты разговариваешь с черепом, это правильно? Здесь все неправильно. Так что хватит скулить, делай... Делай, что велено. Обещайте, что не расскажешь это никому, когда я вернусь домой. Просто обменяй мясо в местной таверне на пиво. Чё? А говорящий череп никогда не врут. И принеси мне это пиво. Первый срез. Вы открыли новые технологии и получили знания. Чертеж препарации стол. Ага. Чертеж. Палета. Я не знаю, что такое палета. Извлечь мясо. Кошмар. Нет, подожди. Берем. Положить. Аутоксия. Извлечь мясо. Эх, работать. Вы открыли новую технологию и получили знания. Создание бургера, создание сэндвича, создание запеченного мяса. Кошмар. Отвратительно. Ничего, привыкнешь. И что теперь? Что мне делать с этим трупом? Не знаю, давай похороним его. Забирай труп, я буду ждать тебя на кладбище. Забрать тело. Выйти. Смотрите, как тут. Дорожка. Брусчатка. Давай похороним его. Так, обучение чертежный стол. Используйте чертежный стол, на кладбище выделить место под могилу, а потом выкопать ее в могилу. Ага, чертеж, могилу и выкопать. Ага, понятно. Аккуратно поместите тело или то, что от него осталось, в могилу закопайте и... Закопайте, задекорируйте. Это что такое значит? Задекодируйте, я не знаю, что такое. Внимание, не следует использовать козлиные черепа и перевернутые звезды в качестве украшений. Хорошо. Так, построить. Место под могилу. А, вон, смотрите. Ух ты, прикольно, кстати. Мы, получается, будем хоронить тут, улучшать кладбище. Блин, она мне уже нравится, ребята. Давай сюда. Так, F. Выкапываем могилу. Стой, подожди, что там, кстати, было показано 30%? У нее что, типа, портится тело так быстро? Офигеть. Похоронный сертификат. Отличненько. Похоронный сертификат что-то вспоминает. Деньги, алкоголь. Алкоголь, видимо, я люблю его очень. Тысяча чертей, смотри, такая-то же Кики, и епископ идет. Он твой начальник. Алло-ло-ло-ло-ло-ло. Во-во, знаю, спроси у него про похоронную сертификат. Он должен знать что-нибудь. Пожалуй, я пойду. Жду тебя в морге с пивом. Ло-ло-ло-ло-ло-ло. Ох, как надоело. И почему? Почему я должен проходить сюда каждую неделю? Ну, пойдемте. С этим толстячком поболтаем. Ба, новый смотритель. Да. С опозданием на 30 лет, но делаю вид, что тут ты тут ни при чем. Не хотелось бы тебя расстраивать, но вынужден сообщить, что твое кладбище в непотребном виде. Пока не починишь тут все, даже не проси меня тебя доподнять до клирка. Че, какого клирка? Обучение локации. Название места области. Ага. Важные информации об области, качество кладбища. Привлекательность церкви, плюс. Или чуть-чуть, это крест, наверное, и типа подобное. Почини могилу, чтобы увеличить общее количество кладбища.
А, ну я понял. Типа, улучшаем могилу, улучшаем кладбище, у нас будет повышаться вот эта общая оценка кладбища, понял. А для этого могут понадобиться специальные ресурсы. Ага. Типа, заросшие, это минус 2 будет у нас. Понятно. Скромные надгробия. Вы открыли новый технолог и получили знания. Создать древнюю табличку. О, теперь таблички мы можем создавать с вами. Однако, когда качество кладбища будет как минимум 5, мы можем поговорить о повышении. Ты выглядишь как человек высокой духовности организации. Я-то разбираюсь в людях. Я вообще-то хорош со всем, поэтому я был избран представителем его воли. Ха-ха-ха. Твой предшественник хранил свой барахлом в этом ящике. Посмотри, что там осталось. Я вернусь через неделю. Вообще, я прихожу сюда каждый... Что это такое? Каждую неделю, наверное. Может быть. Это не сон. Может, я съел что-то не то на завтрак? Похоже, он ждет моей реакции, что ему ответить. Почему вы сюда приходите? Это часть моего долга, неприятная часть. Что-то вроде старин традиций. Я не могу знать абсолютно все обо всем традициях и ритуалах. Я всего лишь представитель его могущества и славы. У меня небольшой вопрос, что это такое? Это похоронный сертификат. Когда тело упокоено, ты можешь обменять похоронный сертификат на деньги в таверне. Так, вы можете рассказать мне о похоронном сертификате? Я это понял, да, это качество части древнего контракта между городом и деревней. Когда тело упокоено, ты можешь обменять похоронный сертификат на деньги в таверне. Так, мы это узнали. Как-то все слишком сложно для сна. Просто иди на восток от кладбища на по старой каменной дороге. Ох, город, сердце наших прекрасных земель, дворец, собор, все находится там. Мне следует самому это видеть. Ха, правда, правда в этом трупе, впрочем, будет тяжело забавно. Как мне попасть в город? Город положен далеко от деревни, просто иди на юг от таверны, я не знаю, где юг. Так, еще больше нет вопросов. Починить кладбище. Плюс 10. Улыбок. Ага. Как мне починить кладбище? Просто почини все могилы, сам я сделаю это за час. Но это твоя работа. А, ну это опять. Никакой я не хранитель. Я бы просто шел домой с работы. Мне нужно домой. Это вот он говорит. Мне нужно домой. Это все говорящий череп. Он заставил меня сделаться труп. Ха-ха-ха. Неплохая шутка. Знаешь, я сам умею шутить. Слушай. Знаешь, кто тут как младенец? Кто? Я. Ха-ха-ха. Вот шутник он. Румяный и безгрешный. Посмеяться. Ну, все, наверное. А если тебе не хватает наборов для ремонта, то ты всегда сможешь сделать еще. О, господи, сколько читать. Обучение технологии. Обработка дерева. Угу. Чтобы изготовить предметы, нужно изучить соответствующие технологии. На что требуются эти цветные шарики. Ага. А, нажмите Tab, откройте дерево технологии. Красные шарики отображают работу руками, обработка материалов. Зеленые шарики отображают знания о природе вещей из... самой природе. Чё? Непонятно ничего. Синие шарики отображают духовные познания о нематериальном мире. Первые, короче, зеленые, синие, вообще не понял, про что это. Вы получаете эти очки технологии, просто делая разнообразную работу. Также дополнительные очки можно получать, исследуя предметы на исследовательском столе. Как все сложно. Представление о камне. Вы открыли новые технологии и получили знания. Чертеж, склад камня. Так, сбор камня мы, короче, это... Ага, можем теперь добывать камень, я понял. Склад камня еще. А добывая их из валунов различного размера, разбрасывая тут и там. Мы открыли новую технологию, получили знания. Чертеж, склад бревен. Ага, тут еще у каждого, смотрите. Бревен, склад камней, сбор, рубка небольших деревьев. Сруби маленькое дерево и получи одно бревно. Сбор палки. Ага. Можно собирать палки из сухих кустов. Это где сухие кусты? Вот такие, наверное. Сухие кусты, я понял. What the fuck? Чё? Вот это тут дерево исследований.
Так, это получается только первый, да? Ша, 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 ша. Ох, как, ребята, мы, кажется, долго тут застрянем в этой. Так, перки. Ой-ой-ой, как интересный ящик, инвентарь, технологии, персонажа. А тут будут все персонажи, с которыми мы знакомы, да? Карта. О-о-о-о-о. Нифига себе. Так, что это? Открыть. Ржавый топор заберем. Кирку заберем, ржавый молоток. Набор для починки камня. Так, создается на каменной мастерской каменного. Так. Я, блин, даже не знаю, это брать, не брать набор для починки дерева. Нет, это, наверное, не будем брать ничего. Старое кладбище. Ну, пойдем. Так, что на шифт мы быстро не можем идти. Так, это у нас что? Ну, это типа время суток у нас такое, да? А это что? Синее, значит. То есть пока не знаю. О, мужчина. Ведьмин холл. По приказу великого инквизитора этот проход закрыт до каких-то непонятных вот таких вещей. А, подождите. До вечернего времени суток, наверное. Ух ты, поля как тут. Эх, пшеничные поля. Блин. Смотрите, у меня следы, кстати, остаются. Офигеть. Что? Вот эта технология, вот эта графика. Следы даже остаются. Ну, капуста. Это что, морковка, что ли? Лук. Читать. Наверное, дохлая кляча. Ну, кто так называет? Это прямо из этого, из Ведьмака. Ага, с ним, походу, надо. Амел? Вы должны быть новой, смотрите в кладбище. Ну, мне так сказали, а как вы догадались? Поживайте с моей паши... Поживете с моей... Чё, поживете с моей... И, пожалуй, ну, где моя манера? Я госпожа Чайна, жена Хорадрика. Рад знакомству. У меня к вам есть пару вопросов. О, нет, нет, все вопросы к мужу, он тут за главного. Он не только трактирщик, но и глава нашей деревни. Он очень любит поговорить. Чуть-чуть могу сказать, продавать пару рецептов. Хорошо, ладно, с ним, наверное. Здравствуйте, государиня. Добрый день, добро пожаловать, наверное, дохлая кляча. У меня зовут Харадарк, и я к вашим услугам. А я прямиком с кладбища, я уже полдня тут, но до сих пор пока ничего не понимаю. А, как же мне сразу это было не понять, кто вы такой? Это же просто чудесно, что вы здесь? Наконец-то дела в нашей деревне пойдут на лад. Ну скажите, когда же вы планируете вновь открыть старую церковь? Ну, мне сперва надо привести кладбище в порядок. Ну, разумеется, за ним так давно никто не ухаживал. Ну что ж, как я могу вам быть полезен? О, господи ты мой. Я бы хотел продать немного свежего мяса. Мясо у нас в деревне. Большой деликатес. С радостью куплю. Главное только, чтобы королевская мясная печать стояла. Надеюсь, печать продать мясо. Как-то давно у нас был инцидент с таким, сказать, непотребным мясом. Вот так с тех пор мясо должно быть отмечено королевской печатью. А мне хлопоты городскими властями и без... контрафактору мяса хватает. А, так есть и на твоем мясе печать? Вообще-то нет. У меня так ума не приложу, где ты мог взять это левое мясо. Но главное, что выглядит и пахнет оно аппетитно. Но если нет печати, то у меня связаны руки. Где я могу достать эту печать? Ну, ты знаешь, послать официальный запрос через единую королевскую канцелярию, и ящик есть прямо у твоей церкви, но влетит это в копеечку. Есть, конечно, и другой способ. Я тебе по-соседски о нем расскажу. Наклонись-ка поближе.
Есть парень по кличке Змей. Кличу Змеем. Так вот, сделаешь мне для него, у него есть фальшивая королевская местная печать. Но я, по правде говоря, его давненько не видел. Спрашивай у Шармель. Он у нас пьет каждую... Чего? Каждую чего? Уверен, он задает кредитный Змей. Спасибо. Так, как мне получить доступ по пропуску в замок? Город? Это не так просто работает. Инквизитор может предоставить тебе пропуск в город. Ну и в конце концов, ты можешь просто купить гражданство. Ну, как у нас в России, прям в принципе. Дай подумать, знать, есть еще один житель деревни, который может тебе помочь. Шермель, может он тебе лучше расскажет, как его получить? Чтобы покупать похоронные сертификаты. Да, это так, согласно древнему контракту. Я, как глава деревни, связан выкупить их. Конечно, только если у вас есть деньги. В каком смысле? Деревня сейчас переживает не лучшие времена. У нас нет так много свободных денег. Но с открытием церкви пилигримы заполнят тут все, и деньги потекут рекой. Вы знаете, как мне попасть домой? Вы можете рассказать мне, как я попал сюда? Потому что я очень... что очень нужно попасть к своей любимой. Ты вдох и кляча. Хорошо, тут все выглядят средневековы. Может, я порвалился во временной портал? Какой сейчас год? Год? В каком смысле? Ну, время, которое требуется Земли, чтобы совершить один виток вокруг Земли. А ты, видимо, наслушался черепку, которую рассказывает звездочет. Все знают, что эта Земля плоская. Так, ну я пообещал... Ну я понял тебя. Сейчас 2200 год от древнего контракта. И 2010... Чё? 210-й, а как же называется этот поселенное королевство? Прелестное королевство? Да, и чё к чёрту прелестное королевство? Деревня, считай, вообще автономная. А у тебя остались ещё вопросы? Нет, наверное. Кстати, хранитель, не будешь ли так любезен и занести письмо местному кузнецу Кресболенду? Конечно, где мне его найти? Он живет на юго-восточной части деревни. Ага. Все. Найти печать, продавать и продать мясо Хольду. Ага. Отнести письмо кузнецу. Так, тап. Деревня. Где здесь кузнец? Кузнец, где нарисован? Вот он, кузнец. Так, а метку мы не можем на правую кнопку поставить? Нет. Стой, мужчина, а вы мне ничего... Как с тобой поговорить? Постойте. Так, а мы где... Блин. Вот это таверна. Так, вот это домик, следующий поворот, да? Кузнец. Эй, чего уставился? А ничего, просто осмотрюсь вокруг. Видимо, я теперь хранитель местного кладбища. Могу и спросить, кто ты? Я, к сожалению, местный кузнец. Меня зовут Кресвольд. Отдать письмо. А у меня для тебя письмо от Хорадрика. А, письмо, ну наконец-то же. Тут целую минуту и... А, письмо, ну конечно же. Тут же целую минуту идти самому никак. Да, старые привычки. Неископаемые. Вообще, спасибо, извините, что я же разворчался. Похоже, ворчать — это моя новая привычка. Опять эти слизняки. Харатк просил меня от них избавиться. Но у меня нет времени на этих надоедливых зеленых мерзавцев. Возможно, ты мне поможешь.
Можешь взять этот ржавый меч и... Эликсир энергии меч никуда не годится, но его можно починить на точильном камне. Можно им починить точильным камнем прямо у меня за спиной. Точильный камень, энергия эликсир, сломанный меч. Точильный камень может оставать себе, починишь потом свою лопату или что там у тебя. Если убьешь слизни, принеси мне то, что у них останется. Я подкину тебе полезный материал. Они должны быть чуть севернее моего дома. Вот эти старый меч. Обещание. Так, различные действия тратят энергию. А, вот этот, который сидит у нас была. Понятно. Созданный собирателем даже бой все тратит энергию для... Может тратить здоровье. Space, атака, пробел. Восстанавливать запас здоровья и энергию можно с помощью еды, эликсиров, нажмите Tab, открыть инвентарь. Сон также восстанавливает энергию. Понятно. Слушай, а с чего мне начать, если я хочу... Так, если я тоже захочу заняться кузнечным ремеслом, где взять руду? Болотное железо можно найти на болотистой почве. На западе за рекой есть огромное болото. Я собирал руду там до того, как мост обвалился. Вы открыли новую технологию, получили знания. Чертеж, плавильная печь, ага. Создать железо, слиток. Сырое железо переплавляет в форму слитка. Ну, это понятно, да. Сбор, болотное железо. Эта руда может быть собрана с залежи, находящейся на заболоченной почве. Понятно. Ну давай, наточил я свой топор. Так, подожди. Все правильно я делаю? Да, смотрите, тратится у нас. Точильный камень, ржавый меч. Так, а мы... Не поточили его, что ли? Я не понял. Или поточили? А, нифига себе. Да. Так, где у нас болото находится? Это вот это болото, походу, да? Так, а как туда спуститься? А, вот они. А, получай по щам. Кстати, у нас их хпшка. Так, а мы драться не можем на мышку. Кстати, жалко. Слизни убиты. Отличная работа. Вот, возьми этот точильный камень. С его помощью ты можешь починить любой инструмент. Вы открыли новую технологию, получили... знание. Создать зеленое желе, создать красное желе. Все, пойдемте, наверное, спать. Уже это ночь. Так, нет. По прямой дороге и налево. Так, а КПшка, как у нас интерес восстанавливается, надо переспать с кем-то. Ну, как я понял, с кем я имею в виду этот... заснуть на кровати и хпшки, или как, и от еды. А что квадратики, значит, эти? Это быстрый инвентарь. Епископ. Салам алейкум. Так, а чё, сколько у нас сейчас времени? Полночь. Иди сюда. Ты где был? Я был в деревне, тут все такое странное, но выглядит как настоящее. И никого не смущает мое появление из ниоткуда. Святое буклишко, ты прямо с языка у меня снял. Снял с языка, вспомнил. В подвале твоего дома был склад. Возможно, там остается что-то съедобное. А вы открыли новую технологию и получили знания. Сбор съедобные грибы. Сбор ягоды. Сбор яблок. Пшеница точно. Помню, там пекли хлеб и пироги. Хм, сладкие пироги с ягодами.
Тосты с луком. Ох, как они хороши с пивом, точно. Пивом, мне нужно пиво. Это сейчас смотрится как, если бы я бы тебе использовал. Да, хорошо, принеси мне пиво, и я взамен расскажу тебе кучу всего. Например, как построить дом. Вопросы? А скажи мне, этот вопрос был риторическим. Я что, похож на волшебную голову с ответами? Ну, вообще-то да. Алкоголь мне в голову. А ты умный. Жду тебя на привычном месте. Нет пива, нет ответов. А вот писюн такой. Так, где наш дом? Милый дом. Вот это и есть дом наш? Серьезно? Нет, это... Это фигня какая-то. Вот, вот этот дом, походу. Так, кроватка. Спать. А, мы еще проснуться раньше времени можем, смотрите, это офигеть. О, я отлично выспался. Ой, как плохо, совсем плохо. Кем ты себя возомнил? А, я новый смотритель кладбища. Ура, смотритель, как же мы долго тебя ждали, я Юрик. Я так одинок, бедный, бедный я, как все плохо. Погоди-ка, я же еще рад тебя видеть. У нас на кладбище есть один неприятный постоялец. Мы бы хотели от него избавиться. Можешь нам помочь? Я вообще-то не знаю, зачем я здесь. Гэри научил меня только закапывать трупы. Ты Йорик, а череп он... Так, ты Йорик, а череп он забавно. А это прохладная костышка, да, нам завидует. Он-то может только мечтать о вечном покое. Кого я обманываю, тут ужасно. Особенно тот парень в нижней правой могиле. Такой зануда. Избавиться от него, пожалуй, просто выкопай его и выкинь в реку. Я могу тебе отдать это разрешение на эксгумацию. Украл, когда еще был жив. Какое еще разрешение? Ну, чтобы тело выкопать, для этого нужно разрешение. Прежний смотритель покупал их через почтовый ящик около церкви. Вот такие, ребят, пироги. Давайте, наверное, на этом закончим. Так, а как сохраниться у нас тут? Управление. Технологии. Пауза. Вниз, слева, право. Взаимодействие. Работа. А так, мечом. Кстати, можно тут поменять, да, будет? Это хорошо. Опции. Все на максимум у нас. Давайте, ребят, на этом закончим. Пишите мнение об игре, прожимайте лайки. Кто еще не прожал, подписывайтесь, кто не подписан. Завтра продолжим наше приключение с нашим смотрителем. Я, правда, не знаю, как его зовут. Тут будем называть Лайков. Ха! Всем пока!